think the girls with their nails done now. Всем привет, ребят. Ну что, у нас сегодня АС-сервер, аккаунт Владислава, и сегодня мы будем открывать дофигища плюшек и немножко ролить, и, соответственно, пойдем, ну, наверное, в самую топовую акцию на сегодня. Со всего, что у нас было для бездонатов, это сундуки. В общем, аккаунт, как видите, донатный. Практически уже дошел до Минотавра. Плюх здесь немерено. Будем ролить. Воу-воу-воу-воу-воу. Нифига себе. Нифига себе. Я открыл так слегонца на 100. Блин, что-то я 150к. Вроде 1000 была. Ладно. Где-то я что-то провтыкал. Плюс у нас будет открытие дополнительно вот таких вот карт. Посмотрим на шансы, что, где, как упадет. В общем, поехали. Наша цель — собрать здесь сегодня мастера рун. Вот у него Минотаврика не хватает, но это пока у них обновления еще не было. Разруха — это за донат, и мастер рун. Три героя, два, в принципе, по линейке, один так. Так, окей. Поехали, посмотрим, что у него тут делается по пыльце. Ну, реально сейчас тратить очень выгодно. 2000. А что по расходникам? Так, это он только облик получил на лисицу. Видимо, новый донатный аккаунт. Так, какой он гильдии? Гильдия Умка. 45-75. Кидайте заявочки, вступайте только в телеге. На экране контакты есть. Это АЭС сервер, ребят. Кто играет на АЭСе, welcome. Так, сейчас я позабираю плюшки. Тут у нас есть. Поехали, посмотрим, что у него по осколкам. 72 200. Так, в принципе, по 5 мастера рун есть. Давайте попробуем по чуть-чуть. Я думаю, тут не надо столько, 2000. Я думаю, мы соберем. Хотя, в принципе, по-разному бывает. Ну, сейчас посмотрим, какой же все-таки будет дроп. По 2 падает. 2-1, 2-1. 2-2-2. Ну, расходники, конечно, если сравнивать немецкую часть, там, где парящий остров просто бомбический, и сравнивать остальные, то, конечно, это небо и земля. На немке там можно такие плюхи повытаскивать. У нас, конечно, печалька. Да, в основном у двойки падают. Божество, сейчас еще одно божество соберем. Так, смотрим, у нас было 72 осколка, 104, нифига. Игушки. Нифига себе, это сколько, это сколько? Это, походу, надо всю пыльцу затырить. Оу, поехали. Посмотрим, что у нас тут выпадет. Отлично. Смотрите, ремка 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 десятых ремок, 4
Водушки, в принципе, отлично. Пакты есть, вальс есть, ПДшка есть. Вообще можно себя комфортно чувствовать. Эмблемки реально классные упали. Так, давайте эти откроем. Блин, не знаю. 1500 у нас осталось. Давайте я сейчас сюда. Ромакей просвещает. 1500. Блин, попробуем. 30 мы словили за 500. Ну, в принципе, должно хватить. Я все-таки думал, что получше будет падать. Придется, видимо, всю пыльцу открыть. Вот 2-1, видите, то есть шансы. Ну, даже так. Алис падает как. Офигеть просто. Интересно, соберем или нет. Тридцать. Ну, в принципе, идем нормально, то есть у нас должно хватить, по идее, если так будет дальше дропать. Должны вытащить. Сто сорок три, 150 должно уже, по идее, где-то плюс-минус быть. Чуть хуже упало в этот раз. Расходники, конечно, фигачат полным ходом. Но на немке, наверное, бы покруче были бы расходники. Так, давайте пооткрываем карточки. 12 карт. Бум. Нафига было ролить пыльцу? Блядь. Нафига? Ну, мы вытащили, конечно, но, блин, я даже не знаю. Стремненько, конечно, оставлять ее до следующего острова. 132 попытки. Пипец. Ладно, давайте уже подобиваем расходники. Хрен его знает. Она-то остается, но на следующую обнову как-то стрёмно, конечно. Ну что, поздравляю, у тебя будет не один... А два теперь мастера рун, скорее всего. В принципе, ему расходники тоже нужны для прокачки. Ну, блин, обидно. Обидно, вот бывает так. Нужен герой, блин. И как обычно, как правило, он не падает с карт. А тут уже половину переролили, и надо было сначала картами заняться. Эх, так, ну что. Поздравляю, ровно четко два мастера рун есть. Даже божество еще одно собрали. Вот так вот. Окей, поехали дальше. Поехали дальше на аккаунте. Сейчас посмотрим. Давайте по эмблемкам. Отлично, еще ремка-водушка, пакт. Ну, в принципе, очень даже ничего упало нам по... эмблемам. Так, где тут у него склад его?
Сейчас посмотрим, что у него по десяткам. 10 ремок, воодушки, пакты. Вальс только единственный, видите, но остальное все, в принципе, неплохо. Так, хорошо. С этим разобрались, поехали, давайте жахнем. Ой, как отлично, смотрите, полностью все герои практически. Ну-ка посмотрим, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, да? 8 героев. Да, я уже хрен посмотрю, что там с этой карты падает. Может, оно на рынке есть. Верку продают, не продают. Он сегодня пак забрал. Так, хорошо, два мастера рун есть. Поехали посмотрим, что у него по героям творится. Интересного. Так, землеройка. Странно, как-то землеройка у него первый. А что не улучшает? Что по камням, что десятки не качает? 106 камней, 10 десяток, в принципе, можно прокачать. Так, землеройка отлично. Маска бесполезная. Отлично. Так, отлично. У нас скин уже есть. Брайка, конечно, со стойкостью неплохо. И вторую с ППшкой на домах. Здесь ОЗ-шка получше будет. Тут ОЗ нормально. Барт. Если нету истинной веры, эмблемы, у него походу ее... У него ее нету, да. Такой вариант отличный. Такой вариант идеально заходит. Так, дальше. Ожива, в принципе, хороший вариант. Ну, блин, здесь вот так вот надо только делать. Уже давным-давно десятка должна была быть вкачана. Так, УЗ-шка СУ, так как у меня... Отлично, Атлант для фана разве что. Так, отлично, Анубиса нету смысла. Здесь, опять же, ожог 10 эмблемой. Отличный вариант. Так, Стрелок. Отлично. Розу, в принципе, можно не менять. Здесь раскол. Так, ремочка, отлично. ПДшка плюс ремка. Да. Расколы надо будет на архидемона накладного. Дальше пошли у нас доп. В принципе, по прокачкам. Все отлично. ОЗ-шка стоит. Тут тоже можно ОЗ-шку влепить. Бигфуту. Здесь раскол вообще нету смысла. Ремка ожива. Либо ОЗ-шка для ПВП локации, если будешь использовать. У тебя уже чересчур много ОЗ-шек. Здесь уже смысла нету, стойкость лучше поставить. А, есть валька такая. Ой, говорю, валька Фрейка с пактом есть. Ну все, дальше пошли у нас допа. Так, хорошо. По героям понятно. Два. Ну, смотрите. Блин, конечно, обидно. Так, поехали посмотрим еще. Снаряжение. Ой, со звездиями тут, конечно, у него беда. Тут качать и качать их. Да, фиговенько падают. Смотрите, уклон вообще не падает. Да что за фигня, вы что, прикалываетесь? Нафига точность? Да, тут по созвездиям, конечно, играться есть над чем. Барт.
Ой, как хорошо, смотрите. Вообще четенько. Еще один пятый уклон, вообще будет пушечка. Сейчас пойдем посмотрим ворожея. На ворожея тоже надо будет уклоны наловить, чтобы хоть как-то жил. Блин, вот эта вот фигня, которая перекидывает, задрачивает. Созвездие. Ай, четверка. Нам нужна пятерка. Ой, отлично вообще. Готов. Так, давайте сразу по таким основным пройдемся. Зефир. Ну, клоны, в принципе, нормально. Так, чары, конечно, надо будет подправить потом у героя. Спектры стоят. Огнику, конечно, лучше уклонение добавить, чтобы более живучий был. Точность, в принципе, там тоже классная тема. Хотя бы одна точность, чтобы еще попадал. Так, немножко не то. Тройки, четверки, нам надо пятерки. Так, следующий идем однозначно ворожая смотреть. Да, тут созвездие, конечно, ролит надо дофига. Ну, молодой аккаунт тут. Тут еще ему предстоит все впереди. Пару созвездий, конечно, дофига надо всего. Ой, отлично. Пятерки, я вам скажу, на айсе вылетают только так. Я у Андрюхи ролил, смотрел. Реально нормально падает. Ну, в таких вариантах здесь ролится 5, чтобы много затратно не было. 5 пятерок и плюс 1 с 7-8 выроливается, и в принципе нормально получается тогда. Да. Да давайте уже, блин. Издеваются, короче. Так, отлично. Поехали дальше. Рейка. Так, у него уклонения стоят. Ворожей меня интересует. О, тут надо ролить. Тут надо однозначно ролить. Отлично, пятерочку словили. Потому что без ворожея в большинстве локаций, без нормального ворожея просто жопа. В принципе, суперпитомцы суперпитомцами, но когда ворожей пару лишних тычек проживет, то очень многое решает. Так.
Ой, отлично. Так, три у нас есть, да? Так, давайте еще, блин. Самое, блядь, дорогое удовольствие в битве замков. Нарулить нормально созвездие. Ну, в принципе, сейчас бонусации дают нормально самоцвет. Если вы ожидаете акции. Можно нормально, вот считайте, 75, там 100 тысяч самоцветов бонусом хапнуть на изи просто за один большой пак. Так, отлично, пятерка есть. Вышло. Вышло не туда. Да, давай уже. Смотрите. Просто какой-то трэш творится. Ну, блин, не хотят пятерку давать. Да, давайте уже, ну. Это издевательство просто. О, наконец-то. Так, ну в принципе так, довольно-таки ничего. Что по героям еще? Ну, конечно, надо чарки переставить, потому что с чарами тут, я так понял, что есть вопросы. Да, тут дофига. Лисица лучшая ССК. Мэри ССК стоит. Тут лучше обряд лечения. Здесь тоже обряд лечения. Либо ССК-ку. Оккультиста ССК-ка однозначно. И тоже надо будет его переролить на уклоны. Тут обряд лечения нормально. Тут ССК-ка. И тут можно ССК-ку и пиромага на архидемона. Так, тут лучше тоже ССК, либо надо маг священный, я говорю, суперсилу, либо священный суд. Так, ну дальше у нас такие герои. Тут обряд неплохо, тут опять же обряд. Спектры тоже на некоторых, на Фрэнка спектр поставить. Тут ССК. Тут, короче, есть над чем заняться. Тут спектр влепить. А так, в принципе, остальные герои нормальные. Магия. Дальше уже пошли допы старые герои. Так, окей, поехали посмотрим, что у нас тут по попыткам. В поисках сокровищ. 226 попыток. Что, поехали посмотрим, сколько мы чего вытащим по Берику. 226. Нормально мы потратились. У него было там 30.
Где-то плюс-минус 60к, считайте, мы заролили. На созвездие. Ну, на Айсе, в принципе, неплохо играть донату. Ну, наверное, так же, как и на английском сервере. Это единственное, что у вас должен быть айфон. Да, аккаунт молодой. Тут еще качать и качать. Вот так вот. В итоге. Угу. В итоге у нас 60-40. Попробуем перезайдем. Скорее всего, вместимости не хватило. Не скорее, а так оно и есть. Это я уже, блядь, провтыкал. Так, отлично. Но докинуло все равно, блин. 226, это дохера. Блять, сука. Просрали кучу сундуков. Сейчас попробую еще разок. Если нет, надо будет написать в ТП. Нет, 120 это 100, это где-то по 20, по 30 сундуков. Накачались, блядь. Ну это, блядь, этот ихний втык от IGG больше всего вымораживает. Оу, вот так вот. 8 дуэлянтов, 2 Мэри и Барт. Вот такие вот, ребятушки, дела. Пишите комменты, ставьте лайки. Ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.